потому что зрение немножко не такое, как обычно, она не видит весь зал. Відпрацювала добре початок. Пять. Два поворота она выкрутила согнутой ножкой и два с прямой. Это две формы поворота и достаточно сложно. Немножечко не хватает высокого полупальца на повороте. За это не снимает, это моя точка зрения. Танцевальные движения она очень выразительно делает. И глазами, и телом. Молодец.